так полыхнула, с плеча сполна, над ледяным прудом. Два человека, он и она, были виновны в том. В доме напротив полночный лифт взвился до чердака. Свет был таким, что мельчайший шрифт читался наверняка. Так полыхнуло, так занялось, весной ли огнем не понять. Я потом себе подумал, лось, и заяц решил линять. Землю пробили усики трав и посверлили лучи. Тотчас об этом чуде узнав, заспешили с юга грачи. На лентах сейсмографов стала видна нервная полоса. Два человека, он и она, глядели друг другу в глаза. Реки набухли, народ бежал и жмурился от тепла. Кто-то кричал: «Пожар! Пожар!» А это любовь была.